В поселке Лесное Шиловского района жители решили не обращать внимания на поверье, что праздник заранее не отмечают. Они отпраздновали День семьи, любви и верности, не дожидаясь 8 июля. Моя коллега Юлия Дац убедилась, что приметы хорошему торжеству не помеха. Повод собраться на площади перед Дворцом культуры был праздничным. Отмечали День семьи, любви и верности. Один из самых молодых в календаре. При этом уходящий корнями в глубокую древность, ко временам Петра и Февронии. В православной церкви этих святых почитают как покровителей семьи и брака. Праздник, хоть и существует всего с 2008 года, стал близок и понятен каждому. Это бесценный праздник для семей, и для молодых, и нас, пожилых. Прожили 28 лет, нажили 3 детей. Живут в Рязани, работают. У меня оба сыновья женаты. У одного сына 2 детей и 4 внуков. То есть у меня 4 правнука. С импровизированных подмостков в этот день звучали выступления лучших районных творческих коллективов и поздравления гостей праздника. Выходили на сцену целые семьи. В Лесном живут и золотые юбиляры. Семьи, справившие 50-летие супружеской жизни. Чета Любимовых когда-то регистрировала брак здесь же, в местном Дворце культуры. Выполнили все, что положено. Сына, дочь родили, дом построили, деревья посадили, внуков нам подарили. Супруги Любимовы и Галичкины в этот день получили награды, грамоты Рязанской областной думы и ценные подарки от благотворительного фонда «Забота». Их вручил председатель регионального парламента и глава попечительского совета фонда Аркадий Фомин. Развитию социальной сферы власти в регионе особое внимание уделяют. Об этом председатель областной думы говорил с земляками. У нас существует целый ряд программ, направленных на поддержку материнства и детства, на поддержку молодых семей, на поддержку студенческих семей. И я считаю, что кроме этого в нашей области есть очень хороший морально-психологический климат. День семьи, любви и верности постепенно становится одним из самых любимых праздников. И еще это хороший повод уделить внимание родителям и детям, почувствовать себя по-настоящему счастливой семьей. Юлия Дац, Юрий Косоротов, Вести Рязань.